Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» посетил с рабочим визитом поликлинику в селе Перхушково. На встрече с коллективом парламентарий передал медицинскому учреждению партию новых тонометров. Об этом депутата Мособлдумы попросили неравнодушные жители. Теперь тонометры будут практически в каждом кабинете поликлиники, что существенно ускорит осмотр пациентов. В соответствии с проектом «Здоровое будущее» наша задача поддерживать персонал больниц, что мы и будем продолжать делать, подчеркнул Дмитрий Голубков.